Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted 3 Иллюзии Дрейка. И 20 лет назад показывают нам, что происходило. В общем, похоже, будет сейчас предыстория, где, откуда вообще у нас взялось кольцо. Вот это Дрейка, у него было на шее кольцо, и... Ну, в общем, сейчас увидим. Ладно, дневник пока не будем листать, там, наверное, какие-то отгадки, загадки, не знаю, это уже позже. Это уже позже. Мы в музее, и нам сейчас... Английские военные корабли. Нам сейчас покажут, наверное, где это колечко. Ну ладно, раз так хотят, прям, чтобы мы дневник полистали, давай полистаем. Карта, корабли. Так, Мадагаскар, Индийский океан. И вот где-то... А, Борнео, это где мы там лазили. Во второй части. Ну, в общем, наверное, что-то полезное. Пока ничего не понятно. Но это ладно. Идем. Я, похоже, вот это я, похоже, да, Дрейк, пацан. 20 лет назад, но он еще был мелкий. Куда идти, я не знаю. Идем, ищем. Идем, бродим. Наверное, нам на второй этаж. Может, наверху? Давай посмотрим наверху. Чё-то здесь темно, света мало. Дай пройти. Ну-ка, подвинься. Оно должно быть в витрине. Предмет из корабля. Стоп, вот оно. Где? Ну-ка, посмотрим. Вон колечко справа лежит. Серебряное кольцо с выбитой на нем надписью. Черт. А чё, черт? Как будто он думал такой, раз все откроется, спокойно можно взять. Да, зарисуй, вдруг пригодится. А вон и Салли еще молодой совсем, а? Смотри, что, даже ни одной сединки нет у него. Тоже на выставку пришел. А, сейчас тоже колечко-то ему понравилось. Наверное, кольцо хочет стырить. Кто из нас будет первым, интересно? Вон он уже вскрывает, нифига себе. Оп. А, меня-то за что? В смысле? А чё я сделал-то? Я ещё даже ничего не взял. Чё, дурак что ли? Ты чё меня выкинул? Пендехо! Чё, выругался там что-то на меня? Вот он где. Ну-ка, пошли-ка поговорим с этим Салли. Или за ним, ну проследим сейчас, куда он пошел. Давай быстрее иди. Нельзя его упустить. Так беги, чё ты? Так, а почему он не бежит? А, вот он где. Так, чтобы укрыться за предметом, нажмите 0, находясь рядом с ним. Ну давай укроемся за машиной. Тихо-тихо-тихо-тихо там. Чё, он нас услышать может так? Давай пробирайся по чуть-чуть. Чтобы обогнуть внешний угол, оставляясь так, в направлении угла, удерживая... Ага, все понял. Удерживая нолик. Криво лежит. Заодно и похаваем.
Да блин, да отвали ты от меня, а. Пинаешь, толкаешь. Да он гнилой был. Так, а куда Салли пошел? Все, вон он идет. И куда он делся? Вижу, вижу, все. Давай за ним. Может, надо было велик взять лучше, а? Ну что пешком-то? Куда он идет? Ну он идет куда-то, сейчас узнаем. Как-то нас с выставки вообще выпинули просто, и все. Понятно. Мясо, мясо куда-то. Он через рынок прошел и ушел в какую-то дверь. Давай откроем. Что он делает? Давай по-тихому. Ага, какой-то дом. Черт, заперто. А что вы мне предлагаете? Поищем другой путь. Поищем, я вижу сразу можно. Наверх. Можно наверх залезть. Он, кстати, на второй этаж ушел. Сейчас мы узнаем, куда он идет. Ну, перелазь, а что ты? Вот. Давай наверх. Стоп, 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 а что так... Повыше нельзя было, ну, хотя ладно, пошли здесь поползем. А, вот, по трубе можно. Где он там лазить-то, Салли этот? Видишь, Дрейк уже давно, с детства уже лазит. Что он там делает? По всяким домам. Извини, приятель, можно побыстрее? Меня ждет дама, сам понимаешь. Что-то чувак для него делает там. А, он слепок ключа сделал. Все, сейчас получается от этой витрины, где кольцо лежит. Adios, amigo. У него теперь так, есть ключ. Как достать бумажник? Черт, и тут не спуститься. А куда я должен спуститься? Сейчас перепрыгнем вон на балкон и все нормально, уйдем от... Оттуда, давай. Оп. Он меня не заметил. Только мне бы не свалиться. О, сокровище нашел. Сокровище. Что там написано? Я не вижу. Голова ягуара. Это наше первое сокровище в этой игре. Так, а как мне за ним-то надо быстро идти? И куда? Ага. Да стой, вернись туда, вернись, перепрыгни. А то он сейчас уйдет от нас. Да, ну вернись, пожалуйста, а. Вон куда-то туда. Он хочет срезать путь. Надо проследить с крыши. Проследим, пока он там стоит, курит, мы это все сделаем, проследим, давай. Ну прыгай, чё ты? Чё надо-то? Не, а, чё, а куда идти-то, я чё-то не понял. С крыши-то с крыши, ну, а, вот, залезть мог, оказывается. Давай, прыгай. Сейчас мы отсюда его увидим. А чё он собрался обратно в музей? О, он с кем-то там стоит. Это, кстати, та дама, которая была вот в начале игры. В предыдущей серии можете глянуть. Надо слезть. Слезем, сейчас слезем. Давай вот так. Раз, раз, раз и все. Давай за ними. Вдруг упущу. Да они медленно идут, что ты упустишь-то сразу. Потихоньку идем и все. Где они там? Вот в толпе затесались там, не знаю, растворились и все, никто нас не... Опять этот, смотри. Черт. Задолбал он меня. Подожди, пока я отвлекся на них... Мне нужен его бумажник. Пока я отвлекся на них...
на этого так, охранника, я не заметил. А, вон, это вон. Мой шанс. А как мне сейчас подобраться-то? Во. Все, что ли, так просто? Вот и ключ. Нормально, раз. Ну, точно, кольцо поэтому будет моим. Надо быстрее туда бежать. Суэлта ми вехо! Вторая попытка. Отпустите! А, так я и думал. Не смей удирать. Далеко ты забрел, сынок? Я вам не сын. Родители теперь волнуются. Ну, это вряд ли. Ясно. Больная тема. Ты талантливый воришка. Я оценил. Не знаю, о чем вы, папаша. Эй, я тебе не отец. А техника у тебя хромает. Сам выдаешь себя наперед. Что за чушь? Чушь? Ты ходил за мной хвостом по городу. Впалил, что ли, мне? Нашел меня легкой жертвой. Не на того напал, брат. Стоять. Бумажник отдай. Что? Бумажник. Значит, придется звать полицию. Валяйте. Им будет интересен старый турист, зажавший пацана в тихом переулке. А ты хитрый маленький воришка. Я способен постоять за себя. И, кстати, полицию вы любите не больше, чем я. Ты прав. Парень. Бумажник-то отдай, ты чё? Бумажник. Хоть попытался. А ключа уже там нету. Ключ-то забрал. Проверь, ключ-то у меня уже давно. Ну, вот именно. Себя наперед, значит, да? Так, музей закрыт. Через окно, конечно, не вопрос. Но будет это в следующей серии, ребята. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал, кто не подписан. Всем удачи, всем пока.